Ладно, небольшая передышка. Что сегодня предложишь? А ты в этом разбираешься? Все товары хороши, но этот особенно. Вещей жизнь дожил, отмыл с души людскую грязь, постиг дыхание силы, не сумел повелевать. Тебе это. Если хочешь, могу отдать тебе. Это все? Мне пора. Удачи. Да славятся твои подвиги. И мое мастерство! Я как раз думала о тебе. Просто хотел тебя поцеловать. Любовь моя, иди ко мне. Пришло послание.
Бьорн — кровавый зуб. Берсерк — это страшный враг и ценный друг. Он нам пригодится. Надо бы его разыскать. Надо найти этого Батису Вольфхильда. Сволка, как у тебя дела? Вперед! Возьмем эту тварь!
Раны! Дамы ни при чем! Тут замешан дьявол! Это все проклятые Даны! Гнусные убийцы! Пусть платит Вергельд за тех, чьи тела сейчас на полях! Образумься! К чему Данам убивать тех, у кого даже нет серебра? Вот! Вот идет мерзкий Дан! Спросим у него! Я не трогал твой скот. От этого легко уже. Эти саксы готовы биться за своих до конца. Весьма достойно. Спасибо, что пощадил их. Как тебя зовут? Эйвор, из клана Ворона, что в Мерсии. Я Вульфхильда, аббатиса Баркинга и исследовательница. Возможно, мы оба здесь по одной причине? Да, чтобы узреть плод трудов дьявола. Но какое дело Данам до участи селян саксов? Если здесь бродит бешеный волк или медведь, я его убью. Иначе вина за бойню упадет на мой народ. Рада слышать это, Эйвор из клана Ворона. Посмотри на тела и скажи мне, что за зверь их растерзал? Можно начать с коровьих туш. Следы укусов, но очень странные. И туши покрыты какой-то плесенью, хотя раны свежие. Эй, от чего сдохла корова? От рук Данов. Откуда ты знаешь? Это сделали воины Хродгара. Они поселились в старой церкви и терзают нас. Воинам ни к чему убивать коров. Я слышал, что рядом заметили зверя. Свежая. Куда ведет след? Я видела его на торфяннике. Большого и мохнатого. Их не бывает. Ты видела дьявола, который вел души в ад?
боги. Какой зверь мог забросить туда бедное животное? Вы смелые, раз вас это зрелище не пугает. Знаешь, а я вот видела все. Все, что случилось здесь той ночью. Кто же это сделал? Волк? Медведь? Или дикий пес? Нет, Йотун. Высотой из дерева. И он смеялся, когда рвал тела на части. Прорычал свое имя, Грендель. Что за зверь оставляет такую плесень на своих жертвах? Женщина обвинила людей какого-то Хротгара. Скотт убили Даны? Кто бы это ни был, убийца хватило сил забросить душу коровы на крышу. Но та девчонка сказала, что виноват великан по имени Грендель. Может, это дело рук пьяных данов. А может, это куда ужаснее. Нужно обсудить все это с Вульфхильдой. Вульфхильда, я опросил всех, кого мог. И осмотрел мертвый скот. И что ты об этом скажешь? Думаешь, во всем виноват волк или медведь? Лесной зверь на такое не способен. Укусы, плесень. Странно это. Так это происки дьявола? Или ожил один из ваших деревянных драконов? Дьявол или дракон не остановились бы на этом. Думаю, все сделали люди. Девочка назвала имя. Грендель. Нет, смертным не под силу так рвать плоть. Уверена, ты не поспоришь. Я видел, на что способны люди. И это не предел. К чему им бродить в ночи и убивать скот? Верно. Этому объяснения нет. На скот напали уже трижды. Каждый раз те же следы укусов, ударов и пятна плесени. Тут бродит зло. Животных, убитых также, нашли в лесу к северо-востоку отсюда. Что ж, пойдем. Сюда. Поищем еще следы. Let us weighing air. Волки тебя не ранили? Нет, я цела.
Спасибо. Я в тебе ошибалась. Ничего. Расскажи, что случилось. Эти звери были очень голодны. Скажи, почему ты пришла смотреть на мертвый скот? Я ищу свою корову. Она пропала. И что, нашла? Нет, но тут топор Данов. Он принадлежит Хродгару, их вожаку. Ты уверена, что это его оружие? Да. Он вечно машет этим топором, когда требует Эля. Значит, я поговорю с этим Хродгаром. Что видишь, Сюнин? Стань моими глазами, Сюнин. Та женщина уверена, что во всем виновны воины, что живут рядом. Пока других вариантов нет. Я их знаю. Они поселились в церкви у Брисли. Я отведу тебя к ним. Их вожак Хродгар — славный человек, хоть и язычник. Он не тронул бы скот. У тебя любопытный взгляд на мир, Вульфхильда. И очень мало предубеждений. Как и у тебя. Большинство язычников искали бы ведьму или чудовище, но не ты. Я видел много странностей, но их причины чаще всего просты. Пусть сперва и скрыты. Верно. Но церковь доверила мне объяснять необъяснимое. Порой благочестия для этого недостаточно. И твоя церковь со всем этим согласна? Нет, лишь терпит. Ведь Люцифер — обманщик, а пути Господни неисповедимы. Так что я изучаю все возможности. И земные, и сверхъестественные. И миришься с присутствием язычника? Возможно. Или допускаю, что и язычники, и христиане служат некой общей высшей цели. Эйвор, что-то не так. Люди Хродгара любят пошуметь, а тут слишком тихо. Держись позади, давай я все тут проверю. Люди Хродгара, они были добры ко мне. Осторожно, Вульфхильда, вдруг убийца еще здесь. Их вожак, Хродгар. Его нет среди убитых. Я его найду. Смотри, и тут плесень. Та же, что на тушах коров. Селяне считают ее меткой дьявола. Что скажешь, Эйвор? Думаю, плесень приведет нас к убийце.
Здесь те же следы. Укусы, да и раны нанесены не оружием. Такому демону под силу убить столько умелых воинов. Эйвор, наверху. Еще кровь. Кто-то забрался на галерею. Или затащил туда тело. Назад. Не подходи. Я ищу... Ты ведь Хродгар? Вожак этих воинов? Да. Из Финмарка. И горжусь этим. Пусть мне недолго осталось. У меня дурные вести. Твои воины пали. Но кто их растерзал? Чудовище. Оно убило нас всех, хохоча. Хохоча! Сломало мой топор. Истерзало меня. Я смог доползти сюда. Кто это был? Ты видел? Гнусный йотун. Ночной зверь с края света. Он назвал себя Грендель. И сказал, что вернется. Ясно. Мы с тобой будем ждать его вместе. Нет, мои раны слишком тяжелы. Дух спешит прочь. Отправь их в Хельхейм за меня. Лети с крылатыми девами, друг. А я убью этого Гренделя, кем бы он там ни был. Нет, Дранг. Их было... двое. Лучше спрятаться, чтобы не спугнуть демона. Притаимся здесь, пока он не вернется. Отдыхай, воин. Я стану на страже. Вульфхильда, замри. Там что-то есть. Я убью тебя! Нет! Играй! Играй! Мама! Больно! Мама! Играть! Грендель хочет играть! Теперь Грендель больно! Мама! Я хочу домой! Господи, клянусь всем святым, что это было за чудовище? Не чудовище, человек. Как это не жутко, но Грендель был человеком. Но откуда оно взялось? У всех нас есть матери, и он перед смертью звал свою. И у всех людей, даже самых страшных, есть души. Господи, прости этому человеку его грехи, одари милостью и любовью. Везде плесень. Оставайся здесь, Вульфхильда, я пойду по следу. Вечный покой даруй им, Господи. И вечный свет пусть светит им. Пусть все они упокоятся с миром.
Откуда взялась эта плесень? Пойду по следу Гренделя. Покажи мне. След ведет на юго-запад. Что ты видишь? Еще плесень. Я на верном пути. Источник плесени где-то рядом.
эти земли прокляты троллями. След ведет дальше, в эту яму. Женщина пишет о своем сыне, Грендале. Ему сплели жестокую участь. Только злобы. Этот край кто-то проклял. Видение. Что здесь происходит? Грендель! Грендель! Это ты! Отвечай! Ключ! Отлично.
Но надо еще найти замок. Злые чары. Ты была там, в полях. Ты солгала мне о Данах. Ради моего мальчика. Он не хотел никому вредить. Но его не понимали. Он хоть и рос, но никак не взрослел. Мой мальчик. Мой милый, дорогой Грендель. Нужно рассказать все Вульфхельде. За место. Thank you.
Аббатисса? Эйвр, ты жив? Расскажи мне все. Я сразил чудовище, которое оказалось человеком, а затем нашел и убил его мать. Его мать? Она напала на меня во тьме, я защищался. Но это не подвиг. Бедные люди. Я помолюсь за них в аббатстве Баркинга. Ты уже уходишь? Я должна. Нужно рассказать епископу историю зверей из Восточной Англии. Лучше не упоминай меня. Мне тут нечем гордиться. Конечно. Может, поведать об этом в песне? В юности я слагала стихи. Попробую вновь взяться за перо. Но как о таком спеть? Многим сложно будет поверить в правдивый рассказ. Пусть люди услышат красивую сказку о героях и чудовищах. Ведь истина обычно холодна и редко кому по нраву. Она обжигает, как северный ветер. Да хранит нас всех Бог, Эйвр. Мне пора, но я напишу тебе, как закончу. Прощай. Спасибо тебе, Вульфхильда, и прощай. Сложи славную песню.